Для вашего удобства вы можете перейти во вкладку «Плейлисты» на моем канале и найти тот или иной мастер-класс отдельно в каждом плейлисте. Также под каждым видео есть ссылки на другие части данного мастер-класса и мои социальные сети. Итак, я провязал третий ряд до конца. Вот у меня здесь 14 столбиков, здесь 28, здесь 42. Напоминаю, воздушные петли подъема мы не считаем. Но если считать, получается у нас на 1 больше. Здесь 15, здесь 29, здесь 43. Но мы не считаем. Просто делаем и все, и забываем. Это для того, чтобы здесь особой дырки не было. Вот у меня в предыдущем ряду, вот я сделал последнее, вот у меня моя прибавка. В первый столбик прибавки у меня один столбик. И в самый последний, точнее, ну, во второй столбик прибавки я делаю также прибавку. И теперь вот воздушные петли подъема мы пропускаем. И сразу в следующий столбик, в вершину, мы соединяемся соединительной петлей. Все, таким образом третий ряд завершен. Мы теперь приступаем к четвертому ряду. У нас все остается неизменным. То есть мы повторяем каждый столбик, а прибавку делаем во второй столбик прибавки. То есть вот у нас в предыдущем ряду был столбик, потом уже прибавка. Теперь мы делаем сейчас опять столбик, потом в первый столбик прибавки опять столбик, а во второй столбик прибавки мы делаем опять прибавку. Итак, вяжем 2 воздушные петли подъема, мы их не считаем, накид, и в этот же первый столбик выполняем столбик без накида. Ой, столбик с одним накидом. Выполнили. Воздушный не считаем. Столбик сделали один. Следом у нас идет прибавка. В первый столбик прибавки мы вяжем просто один столбик. Затем во второй столбик этой прибавки мы выполняем прибавку. Раз, и второй столбик сюда же. Затем у нас идет опять столбик, прибавка. Вот мы вязали столбик, прибавка. В следующий столбик вяжем просто столбик. Один. Один столбик с одним накидом. Далее у нас идет прибавка предыдущего ряда. И в первый столбик этой прибавки мы вяжем просто один столбик. Следом у нас идет второй столбик этой прибавки, и в этот второй столбик мы вяжем 2 столбика. То есть в каждый второй столбик прибавки мы делаем прибавку, во все остальные столбики мы просто вяжем по одному столбику. Опять у нас идет столбик. Опять идет столбик, а уже затем у нас идет прибавка. Вот второй столбик прибавки, в него вяжем также прибавку. То есть у нас в предыдущем ряду шло столбик, прибавка, столбик, прибавка. В этом ряду у нас уже идет 2 столбика, прибавка, 2 столбика, прибавка, 2 столбика, прибавка. И так повторяем до конца. 2 столбика, прибавка, 2 столбика, прибавка. И в каждом последующем ряду у нас будет все то же самое. Мы делаем прибавки только во второй столбик каждой прибавки. То есть каждый ряд у нас увеличивается на 14. Сейчас у нас в предыдущем ряду было 42 столбика. Значит, в этом у нас уже 56. Потом 70. Вяжем таким образом ряд до конца. 2 столбика, прибавка, 2 столбика, прибавка. Итак, я провязал четвертый ряд до конца. Я выполнял 2 столбика, прибавка, 2 столбика, прибавка, 2 прибавка, 2 прибавка, и так до конца. Вот я в конце тоже. Вот у меня 2 столбика. И затем во второй столбик прибавки предыдущего ряда у меня идет прибавка. Если все правильно вы вязали со мной, то у вас ошибок быть не должно.
то здесь 14, 28, 42. Здесь уже 56 столбиков должно получиться. И теперь также воздушные петли мы пропускаем. И в первый самый столбик, в вершину, мы соединяемся соединительной петлей. И вот смотрите, обратите внимание, если здесь у нас было каждый столбик, здесь у нас было 2 столбика прибавки, все было прибавки. В третьем ряду у нас уже идет 1 столбик прибавка, 1 прибавка, 1 прибавка, 1 прибавка. Здесь у нас уже идет 2 прибавка, 2 прибавка, 2 прибавка. В этом ряду, уже в пятом получается, у нас уже будет идти 3 прибавка, 3 прибавка, 3 прибавка. И повторяю еще раз, у нас прибавки всегда во второй столбик, а прибавки предыдущего ряда. 2 воздушные, которые мы за столбик не считаем, накид. И в этот же столбик выполняем столбик с одним накидом. Накид. Столбик в следующий столбик. Накид. Столбик в следующий столбик. Вот провязали 3 столбика. Воздушные петли не берем. 3 столбика провязали. И вот второй столбик у нас сейчас идет. Второй столбик прибавки. В него вяжем прибавку. Первый, второй. То есть вот провязали 3 столбика, прибавка. Теперь опять у нас идет 3 столбика, потом прибавка. Раз, два, три. И вот у нас второй столбик перед нами, второй столбик прибавки. В него вяжем прибавку. Повторяем так ряд до конца. 3 столбика прибавка, 3 столбика прибавка. И в принципе, я думаю, тут смысла уже показывать в принципе нету. Вы вяжете вот это основание до того диаметра, который вам нужен. Хоть метр, хоть 3 метра можете связать. Главное, вам нужно остановиться, когда количество столбиков, напоминаю, без воздушных петель, мы их не трогаем. Количество столбиков у нас должно делиться на 9. Я остановлюсь. Вот я вам сейчас покажу. Она у меня еще не заблокированная, но уже связанная. Я ее еще не гладил, не блокировал. Вот сколько у меня здесь рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот я 9 рядов провязал вот этих оснований. Все, остановился. И в этом 9 ряду у меня всего количество столбиков делится на 9. Вот и вам нужно остановиться. Можете на этом ряду остановиться, также 9 рядов провязать. Можете вязать дальше. Главное, чтобы количество столбиков делилось на 9. Итак, вяжем 3 столбика, прибавка, 3 столбика, прибавка. Потом у нас будет 4 столбика прибавка, потом 5 столбиков прибавка, 6 столбиков прибавка и так далее. В каждом ряду у нас расстояние между прибавками увеличивается. Сейчас, то есть у нас 3 столбика, потом 4, 5 и так далее. Прибавки всегда одно и то же все делаете. Прибавки во второй столбик прибавки предыдущего ряда. Все, вяжем так до нужного вам диаметра. Итак, вот я провязал 9 рядов. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в каждом ряду, вот даже видно вот эти наши треугольники, блоки, скажем так, везде у меня увеличивалось. То есть прибавка, потом 1, 2, 3, 4 столбика. Прибавка 4, прибавка. Потом у меня 5 столбиков, потом 6 и сейчас 7. То есть вот между прибавками, вот она прибавка, 2 столбика, идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, опять прибавка. Итак, 7 прибавка, 7 прибавка. И вот последний я выполнил
прибавку. И все так же в самый первый столбик мы соединяемся соединительной петлей. Воздушные петли подъема мы всегда здесь пропускали, просто чтобы у нас здесь было плотнее и не было дырки между началом и концом ряда. Вот она у меня немножечко фолдит, но ничего страшного, если у вас будет так же, не переживайте, все будет ровно, это не страшно. Я вязал такие салфетки, то что у меня фолдило так, что я думал, я никогда в жизни это не выпрямлю. Итак, теперь приступаем к 10 ряду. Забыл сказать, вот у меня здесь в 9 ряду 126 столбиков с одним накидом. 126 делится на 9, получается 14. Вы можете вязать до любого диаметра, главное, чтобы количество столбиков делилось на 9. Напоминаю, что в каждом ряду у нас прибавляется по 14 столбиков. Итак, теперь приступаем к 10 ряду, выполняем 1 воздушная петля подъема. И в этот же самый первый столбик выполняем столбик без накида. Теперь 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в четвертый выполняем столбик без накида. Теперь выполняем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в третью воздушную петлю от самого начала. 1, 2, 3. В третью петлю выполняем столбик без накида. Теперь 2 воздушные. 1, 2. Пропускаем 4 столбика. Вот у нас здесь был столбик без накида. 1, 2, 3, 4 пропускаем. И в пятый столбик без накида. Вот такой у нас раппорт будет. То есть столбик без накида, 4 петли, 3 пропустили, 4 петли, а 3 пропустили. И в четвертую по счету соединили столбиком без накида. Затем 10 воздушных петель и в третью петлю от начала столбик без накида. 2 воздушные, пропустили здесь 4 и в пятую по счету соединили столбиком без накида. То есть у нас чередуется. Пропустили 3, пропустили 4. Теперь выполняем 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Пропускаем, как здесь, 3 столбика. 1, 2, 3. И в четвертый столбик без накида. Теперь у нас 10 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В третью петлю 1, 2, 3. Выполняем столбик без накида. Теперь 2 воздушные. 1, 2. Пропускаем здесь 4. 1, 2, 3, 4. И в пятую столбик без накида. То есть вот все вот эти наши 126 столбиков делятся на 9. Получается 14. И вот у нас будет 14 вот таких раппортов. То есть вот это 4 петли, 3 пропустили. Здесь 4 пропустили. Вот раппорт 1, вот 2. И таких у нас будет 14. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 3. 1, 2, 3.
столбик без накида. Вы если путаетесь, вы смотрите вот с самого начала. Пропустили 3, столбик без накида. Вот я пропустил 3, столбик без накида. Теперь делаем 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В третью столбик без накида. 1, 2, 3. И 2 воздушные. 1, 2. Смотрим. Вот здесь пропускаем мы 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И в пятую столбик без накида. Все. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Сейчас у нас идет 4 петли. Вот 4 петли. Пропускаем 3 в четвертую по счету, соединяемся столбиком без накида. Затем 10 петель, столбик без накида в третью от начала. 2 петли, столбик без накида, пропуская 4. Если вы остановились на 9 ряду, как и я, тогда у вас тоже должно получиться 4. Если вы вязали дальше, то, соответственно, кратно 9, сколько у вас будет, в зависимости от количества столбиков. Все, таким образом вяжем ряд до конца.